Знаете ли, ну вот мои методы логического восприятия действительности, а также и богатый журналистский опыт, как модно говорить, background, позволяют моей аналитике быть почти безупречной. И сейчас я снимаю этот короткий ролик для того, чтобы еще раз показать вам, друзья, то, насколько моя логика с ее жутковатыми и странными, казалось бы, выводами бьет точно цель. Здравствуйте, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание ролика подскажет вам, как поддержать мой труд. А в этом я нуждаюсь, потому что телефон уже приказывает долго жить. И вроде неплохой аппарат, но такой маломощный оказывается. А мне для моей деятельности нужно помощнее. Вот, тяжело. Вот. А если решите меня поддержать, загляните в описание этого ролика. Что ж, хочу вам сказать главное. Мой вывод о том, что СССР и США два масонских проекта, подтверждается вот прямо сейчас. Все мы с вами неоднократно слышали и со стороны США, и со стороны Эрефистана, наследника СССР, мы слышали про враждебность двух держав друг к другу, про оскал зубов, про злобных американских зеленых беретов и рейнджеров, которые только и делают, что точат зубы на Эрефистан. Им внушается что-то похожее, но в куда меньших масштабах. Вообще чихать они хотели на нас, буду честен с вами. Как бывший американский солдат вам скажу. А вот что произошло. Генерал, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и Марк Миллс, глава ОКНШ, Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, встретились. 2 октября, по-моему, это произошло в Финляндии. И во время этой встречи обсуждалось, знаете что, совместное использование базы Эрефистана в Центральной Азии. Это опубликовало The Wall Street Journal первым, а затем подхватила пресса Эрефистана. Что ж, друзья, ну поздравляю нас всех, особенно тех, кто верит вот в байки про суверенитет, там про всю эту ботву. Очнитесь, очнитесь. И это первый вывод. Мы не суверенны. Вывод второй. Соединенные Штаты Америки, масонский проект, переживают далеко не лучшие времена. Мягко говоря, они находятся в стадии обрушения. Как я и говорил, масоны начали большое смешивание. И, соответственно, вот эти мощные госструктуры и США, и Эрефистана, они дезинтегрируются. То есть их целостность уничтожается. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Моя аналитика может звучать как бред сумасшедшего, но ужас в том, что скальпель Оккамы, старины из Окхэма, того самого философа-монаха, не лжет. Отсеките от картины все лишнее, и тогда, сколь бы неправдоподобным не показалось вам то, что откроется, именно это и будет истиной. Вот такие дела, друзья. Что ж, у всех станций метро, ну, у ряда станций метро, которые я видел, стоят желтенькие автомобили скорой помощи, там написано «вакцинация». Люди идут вакцинироваться от сезонного гриппа. Ну, дай бог всем здоровья. Вот что я хочу сказать. И вот эта новость подтверждает мои выводы. Мы не суверенны, мы колония. И мы, и Соединенные Штаты являемся частью их проекта. Горшечников, каменщиков, Гарри Поттеров. Поттер — это же горшечник, а? Каково? Что ж, еще раз подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание этого ролика подскажет вам, как поддержать мой опасный для жизни и здоровья труд. Я вас всех очень люблю. И представляете, купил гарнитурку, а от нее телефон только еще больше глючит. Так обидно. Любая мелочь сейчас меня может вывести из психологического равновесия. Действительно, я стал какой-то истонченный и хрупкий, что ли. В одиночку этот груз тащить очень и очень тяжело. Доброго денечка, друзья. Помогай нам всем Бог. С вами был я, Захарыч Блаженный.